В Москве заявили, что атака украинского морского дрона на российский танкер в Керченском проливе не останется без ответа. В течение всей ночи в Украине звучали сирены воздушной тревоги. По данным СБУ, сбиты 30 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников. В эти выходные в Джеде проходят международные консультации по украинской формуле мира. Россия приглашения не получила. В целом там представлены 42 страны, разные континенты, разные политические подходы до глобальных справ. Но всех єднає приоритет международного права, и именно для этого Украина запропонувала формулу мира, бо международный порядок, заснований на правилах та порушений российской агрессии, має бути відновлений. Минобороны РФ заявляет о захвате населенного пункта в Луганской области, где идут тяжелые бои. Под российские ракетные удары попал завод авиационных двигателей в Запорожье, а также центр переливания крови в Харьковской области.